Всем привет, дорогие зрители, с вами мистер Шпилкис, и мы продолжаем свободную охоту в заказнике «Медвежья тайга» в игре The Hunter Call of the Wild. В прошлой серии мы с вами охотились и добывали животных, преимущественно используя открытый прицел. У нас были ружья, мушкет, и даже однажды получилось выстрелить дуплетом по рыси. Хорошая получилась охота, добрая, концовка серии, как всегда, оставила двойственные чувства. Всегда приятно найти максимальную сложность животного, но не всегда приятно получить за это золото. Ну что ж, в этой серии мы с вами поохотимся в локации «Пьяная тайга», и так она называется. Не потому, что здесь лесники местные, да егеря любят посидеть после тяжелого трудового дня. Так она называется, потому что здесь очень по-особенному растут деревья. И раскачиваясь, они выглядят как будто пьяные. В этой серии я планирую использовать преимущественно многозарядное оружие. У нас с вами будет Кеннинг Магнум 300, который добывает лосей, бурых медведей. У нас с вами будет наша винтовка М1, многозарядная, полуавтоматическая. И Рейнджер 243, да, тот самый дружище, старина Рейнджер 243, с которым мы начинаем здесь игру, вообще изначально, приходя сюда новичком. Он у нас с вами будет для кабарги и рыси. Посмотрим, что у нас с вами получится. Начнем мы ранним утром, часиков, наверное, в 5, может быть, даже пораньше, чтобы застать здесь медведей на озерах. Здесь куча мелких озер. Давайте посмотрим на эту локацию, где будем охотиться. Вот она, Пьяная тайга. Очень-очень много всяких мелких озер. Есть здесь вот такой большой, огромный котлован. Может быть, и в него заглянем в том числе. Планирую посетить, наверное, ну, вот эти озера, может быть, вот эти. В общем, посмотрим, как у нас дело пойдет. Все будет зависеть, конечно же, от количества животных. Медведи здесь водятся, как, впрочем, практически во всем заказнике. Ну что ж, давайте отправимся на поиски нашего первого трофея. Посмотрим, кем же мы откроем счет в этой серии. Подходя к первому озеру, услышал предупреждение от самца кабарги, затем заметил кабана, но все-таки решил поискать кого-то покрупнее, и вы знаете, да, удалось. На том берегу заметил классного самца троечку лося. Куда-то он здесь протопал, может быть, мы сейчас его приманим маночком. Нужно нам сейчас осмотреться, поискать его, постараться найти. Где-то здесь он прошел, но вполне возможно... Так, там отзывается у нас самочка, нет, не то. Вполне возможно, что он сейчас к нам придет на мано. Да, вот он, красавчик, смотрите. И вы знаете, наверное, давайте мы не будем медлить. Стоит он идеально, в общем-то, для того, чтобы его добыть сейчас в легкое. Я думаю, что надо брать выстрел. Кеннинг Магнум 300, мощнейшее оружие, конечно же, пробивает легкое сразу. И лось наш уже, да, по идее, упал. Думал я все-таки, может быть, как-то оформить дубль из разных животных, но вот как-то кабаргу я в итоге не заметил. Кабанчик проходил мимо, в одиночестве троечка-самец. Тоже никого рядом с ним не было. В итоге заметил вот этого красавца-гиганта. Давайте пойдем заберем его. По пути можем немного еще осмотреться здесь. Но я думаю, что после выстрела, конечно же, животных тут и в помине не будет. В радиусе 150-200 метров, я думаю, точно никого мы с вами сейчас не увидим. Ну, а размочили счет, в принципе, неплохим трофеечком. Пойдемте поднимать его, вот он уже впереди замигал. Даже долго искать его не пришлось. Потихонечку у нас розовеет небо. Настает рассвет. Здорово, сейчас мы здесь походим по вот этим всем мелким озерцам, поищем себе классных трофеев на нашу серию. Ну, вы знаете, для троечки у него вполне себе симпатичные рожки. Посмотрим, насколько симпатичные. Ну, на достаточно, да, чтобы взять золото, но при этом, конечно же, до бриллианта троечка вряд ли бы дотянула. Хотя, может быть, случаются такие моменты, когда тройки получаются бриллиантами. Но вот у меня такого ни разу не было. Что ж, забираем. Так, у нас здесь есть некоторые... А, нет. Хотел сказать, есть изменения. Нет, никаких изменений нету, потому что я играю уже после патча. Но... Как бы пристально я не присматривался к этому патчу. Я знаю, что тут звуки какие-то переработали, там ввели эту какую-то новую сложность у белохвостого оленя. Непонятно, кому она вообще нужна. Ну, лично за себя, опять же, говорю. Лучше бы ввели каких-то других животных, ту же птицу разнообразили, но разработчики добавляют какой-то контент. Не знаю, для кого. Наверное, кому-то нужен. Ну что ж. Так, стойте, смотрите, какие звуки. Интересно, там у нас пробегает. Да, там у нас самочка кабарги убегает. Хорошо. Кстати, здесь можно кого-то еще... заметить между вот этих всех деревьев. Видимость тут порой очень даже неплохая бывает, но вот не сейчас, к сожалению. Ну что ж, отправляемся дальше, посмотрим.
Да, я думаю, мы так же вот пройдем, как я тут однажды уже прошелся, по вот этому озеру, на это, потом на вот эти два сходим, может быть, на эти. В общем, будем по ситуации смотреть, где будут животные, там, собственно, и будем их добывать, ваш капитан очевидности. Ну что ж, отправляемся дальше. На следующем озере я заметил довольно крупное стадо северных оленей. Но, к сожалению, заметил их поздно, они заметили меня раньше и разбежались все. Там был четверочка, ну, не то чтобы очень какой-то прям интересный, но можно, можно добыть. И на том берегу есть еще одно непуганное стадо. Давайте сейчас попробуем немного поработать манком, вдруг они вернутся. Позиция у меня лежачая, но я думаю, что на какое-то расстояние все-таки они должны ко мне подойти. Смотрите, вот она четверка, вот этот поинтереснее, у него рожки определенно интереснее, там есть еще троечка. Они идут на манок, скорее всего, да, мне кажется, что они именно на манок идут. И где-то еще одно стадо, вот оно передвинулось, у них состояние нервничает, немножко у нас, кстати, изменилась табличка, я вижу, да, то есть у нас нервничает, переехала в самый верх. Хорошо, мы в принципе с вами можем оформить дубль, я думаю, да, это будет несложно. Из М1 мы сделаем все красиво и быстро. Но вот нам нужно немножечко подпустить их поближе. Я не знаю, маскировка у меня сработает. По идее, должна. Давайте нейтрализатор запах еще применим. И продолжим приманивать этих животных. Можно было бы, конечно, переместиться куда-нибудь в эту осоку. Но у меня сейчас хорошая позиция наверху. Я, честно говоря, не хотел бы ее менять. Давайте рассмотрим, что у нас происходит. Так, четверка вышел. Это хорошо. А вот то стадо, что интересно, вот, кстати, та четверка, они отошли и встали вон там. То есть они делают ровно то же самое, только у них сейчас состояние нервничает. Там куча самок и, по-моему, всего лишь одна четверочка самец. Ну вот это красивый, красивый. Вот этот экземплярчик, нам бы, наверное, еще кого-нибудь подсветить. Придет ли тройка? Тройка там есть, тройку я видел. Но вот в чем проблема, уже критическая дистанция, на самом деле, нужно что-то делать. Возможно, мы с вами будем переводиться сейчас с этого на дальнего, который стоит вдалеке. Если у нас это все получится, конечно же. Вот я уже, к сожалению, не вижу нашего четверку. Так, вот он. Попробуем сделать вот так вот. Да, попал я ему. В легкие, отлично. Перевелся тоже хорошо, удобно. Они, кстати, по-моему, даже и не слышали выстрела. Вроде бы так и продолжали стоять. Давайте посмотрим. Может быть, увидим убегающую тройку где-нибудь. И попробуем его добрать. Сделаем себе здесь трипл. Тройка был определенно. Я видел его здесь, как раз вот в стаде с этой четверкой, которую только что мы с вами взяли на месте. Скорее всего, выстрелом в сердце, мне кажется. Ну, как-то неспешно они, посмотрите, да, уходят медленно. Даже не убегают, просто уходят. Ну, ладно, пойдемте поднимать наши трофеи. Получился, в общем-то, неплохой дубль. Такой на разной дистанции. Но приятно, быстро перевелись и удачно. По-моему, даже из стоячей, да, позиции, с которой колебание оружия довольно-таки сильное. Но у нас с вами все получилось, хорошо. Ну что ж, посмотрим. Рога красивые, но я думаю, что, наверное, до бриллианта, конечно же, вряд ли он дотянет. Но рожки классные. Ну, вы знаете, да, где-то в серединке он тормознул. Ну, даже не в серединке. Уверенно перевалил, так скажем, за золото. Да, выстрел в сердце, причем еще с задетым легким. Неплохо. Берем и давайте отправляться за дальним трофеем. До второго оленя я пока еще не дошел, потому что послышал где-то неподалеку предупреждение самца рыси. Давайте посмотрим. Мне кажется, я уже его видел. Где-то вот здесь впереди. Маскировки нет нигде совершенно. Решил залечь на огромном камне. И, по-моему, вот где-то здесь я сейчас... Да, вот он. Состояние нервничает, но я думаю, что это не помешает нам его добыть. Давайте брать, пока идет медленно, иначе он может в любой момент побежать. Отлично. Отлично, рейнджер 243 добывает рысь на месте, здорово, но рысь еще какое-то время, обратите внимание, лежит, еще теряет свое здоровье, но уже никуда не уйдет. Пойдемте смотреть, кого получилось добыть, и далее пойдем поищем нашего оленя. Пока приманивал эту рысь, подошли ко мне вплотную стадо северных оленей, заметили меня лежащим на камне сверху и снова убежали. Золотая рысь у нас получилась, шестерочка.
Ох, классный выстрел под углом, здоровский. 27 у нас с вами, да, получается, 27,6, получается бриллиант. Прикольно, смотрите, никогда не обращал внимания, что на хвостике у нее вот такая вот чернота. Как-то вот сейчас заметил, думаю, ничего себе, повезло какую-то уникальную, что ли, добыть. Нет, наверное, просто я раньше не обращал внимания, что кисточки и хвостик у нее вот такие вот черные. Классный трофей, всегда приятно. Вот не знаю, почему-то рысь мной воспринимается как-то вот иначе, не как все остальные хищники. Может быть, потому что у нее такая вот интересная анимация, она вся такая вот плавная, такая вальяжная, неспешная. Ну что ж, пойдемте искать нашего второго оленя, добытого дублем на дальнем расстоянии. И долго искать не пришлось, буквально отбежал метров 20, и вот он лежит. Хорошо, забираем, смотрим, кто такой. Тоже золото, на золото везет, на бриллианты как-то не очень, к сожалению. Ну, хорошо, хоть золото дают, потому что жиденькие рожки такие, обратите внимание, да, совсем-совсем никакие, но... Получилось даже из него выбить золотишко. Хорошо, посмотрим. Следующее озерцо. Ну, давайте куда-нибудь вот сюда меточку поставим. 160 метров. Я думаю, что можем, конечно, мы сейчас осмотреться, но, скорее всего, ничего это нам с вами не даст. Особенного здесь сложно все-таки в тайге охотиться. Именно потому, что здесь такое количество деревьев. Порой они встают прям в стену. Огромную стену, и ничего не просмотреть сквозь них совершенно. Вот как сейчас, например. Животных вроде бы здесь много, но кого-то заметить очень-очень сложно. Ну что ж, отправляемся дальше. В этой игре порой настолько происходят контрастные ситуации, что, честно говоря, подходя к очередному озеру, совершенно не понимаешь, кого ты вообще на нем можешь встретить. Собственно, к чему я это все? Сейчас на предыдущем озере мы с вами, ну, десятка два, наверное. Может быть, не всех видели вы, но я точно видел очень-очень много северных оленей. Тем временем я пришел на следующее озеро. Давайте посмотрим. Озеро довольно крупное, посмотрите на карте. Оно реально, ну, размером, как, наверное, первое озеро, на котором мы добыли лося. Ну, может быть, крупнее. Форма немножечко другая. Вот если нам сейчас осмотреть весь этот берег, все, что здесь можно, мы с вами увидим только лишь вот этого северного оленя-троечку. Более никого здесь я не насмотрел. Очень долго я уже тут сижу. Минут, наверное, 10 я тут пытаюсь шарить по кустам. Может, кто-то все-таки в них прячется, сидит там, я не знаю, даже за елками, где-то там в прибрежной в этой траве. Никого нет. Один северный олень-троечка. Одинокий. Вот совершенно непонятно, по какому принципу здесь образуются стада, зоны потребности и так далее и тому подобное. На одном озере может быть 20 животных, на другом стадное животное, которое, по идее, ну вот, северный олень, да? У нас с вами стадное животное. Тем не менее, стоит себе тут один вообще, никого нету. Ну что ж, один так один. В любом случае, это трофей. В любом случае, давайте брать. Хороший выстрел, я думаю, что никуда он, да, тут же падает на месте. Никуда он не убежит после такого выстрела. И вот просто посмотрим. Во-первых, на следы. Нет, здесь нигде нет ни следов, ни разбегающихся животных, никого совершенно. Игра непредсказуемая от слова «совсем». Ничего в ней невозможно понять. Вот думаешь, что ты сейчас придешь сюда, тут зоны потребности будут. Хотя, с другой стороны, если ты не находил эти зоны потребности лично, то, скорее всего, и животных ты тоже не найдешь. Я слышал одну из таких теорий. Ну что ж, забираем. Ну, наконец-то выбили серебро. Наконец-то не дотянул. Ну, не то чтобы я прям очень этого хотел, но золото да золото все время дают и дают. Хорошо. Троечка забираем. Смотрим дальше, какой у нас маршрут может нарисоваться еще. Ну, вот есть еще вот эти три озера. Рядышком есть маленькое. Но, по-моему, я на нем был или не был, не знаю. Ну, что ж, давайте прогуляемся. И вот, собственно, вам ситуация для сравнения. Буквально я отошел метров 100, наверное. Да каких 100? Я не прошел, наверное, тут и 50 метров. То есть вот только что мы здесь добыли оленя. Я еще между озер нахожусь, но уже заметил в бинокль. Давайте посмотрим. Ну, довольно крупное стадо северных оленей. Довольно крупное. Тут и красивые рога есть, и некрасивые, и всякие разные. Вот четверочка, и где-то, по-моему, тоже есть четверочка, насколько я видел. Потому что... Вот этих рогов я не наблюдал. Да, вот он, еще один. Вот еще один. В общем, куча животных. Ну что, давайте, наверное, будем брать. Попробуем произвести дубль, если получится. Там вот вообще красивая четверочка у нас есть. Так, главное, чтобы они прям разошлись так, как нам нужно. Ну вот,
Например, вот так. Ах, ты жалко, за камень ушел. Так, стоп, тогда давайте не торопиться. Сейчас я чувствую, он мне по голове пройдет этот олень, скорее всего, так оно и будет. Да. Жесть. Это жесть, конечно. Ну, так всегда, на самом деле. Слишком близко подходит, они почему-то норовят все время пройти прямо по охотнику. Так, четверку вижу дальнюю, но не вижу теперь другую четверку. Хочется все-таки дубль сделать, на самом деле. Так, тогда, может быть, кто-то к нам еще пришел? Нет, нет, нет. По-моему, это все не то, да, это вообще самочка. Ладно, что-то мы сейчас с вами в любом случае придумаем. У нас только проблема с маскировкой, конечно, как всегда. Потому что в лес зашел, забудь. В лесу замаскироваться вообще не будет. Возможности практически нигде. Редкий кустик на весь лес, который даст тебе хоть какую-то маскировку. Ну, я имею в виду самую максимальную, самую хорошую. Но вот, к сожалению, в этот раз мне не удалось найти такой кустик. Приходится тут ползком выкарабкиваться из сложившейся ситуации, так скажем. Так, смотрим дальше. Смотрим дальше. Вижу. Четверка. Но, по-моему, это опять это не та четверка, которую только что видели. Хотя, может быть, и та. Мне бы понять, куда он мимо меня прошел. Потому что они как-то разбрелись все, разошлись здесь. Слишком обширно. Это непонятно, как сработал манок. В итоге всех их тут размазал. По этой поляне. Ой, да черт возьми, ну мы когда-нибудь куда-нибудь вылезем. Я очень на это надеюсь. Вылезли, ура. Давайте смотреть. Состояние спокойное, но они уходят. Обратите внимание, то есть они уходят. По идее, у них не должно быть этого спокойного состояния, но тем не менее они уходят. По-моему, рядышком со мной есть четверочка, да? Вы знаете, мне кажется, настало время нам с вами кое-что быстро-быстро переснарядить. Давайте-ка вот сюда лук возьмем. Мне кажется, что сейчас самое время. Самое время для лука. Дальний олень не должен услышать, не увидеть, ничего не должен. Поэтому давайте, наверное, брать вот этого. И сразу ложимся. Конечно же, он будет норовить долбануть нашего охотника, да посильнее. Ну да ладно. Так, смотрите. Собственно, задумка получилась. Мы с вами берем, тихонько добываем с вами ближнего. Хорошо, и у нас где-то должен быть... Ну, конечно, он будет в самый дальний из всех, естественно. Ну, это не мешает нам продолжать, собственно, приманивать. Посмотрим за их поведением, понаблюдаем немного. Идут они, не идут. Посмотрим за их состоянием. Сейчас, по идее, не должно быть... Да, спокойно я показываю, это хорошо. Ну вот где-то в той стороне должен быть еще один четверка. Он прям четко утопал в том направлении, мимо меня. Я как-то не решился его сразу добывать. И, по-моему, это не этот, которого мы сейчас с вами взяли. По-моему, это еще один. Так, вот, смотрите, вот четверка и где? И вот четверка. Хорошо. Вот сейчас мы с вами будем оформлять дубль, скорее всего. Только нам нужно внимательно понять, как перевестись. Конечно, буду стоять за деревом. Кто бы в этом сомневался, черт возьми. Ну, давайте, давайте, выходи. За камень зашел, понятно. Ждем, ждем, какое-то время ждем. Давайте наблюдать за ситуацией, что у нас тут получается. Так, ну вот, вот, собственно, та ситуация, когда мы сейчас будем брать. Ну повернись же ты нормально, повернись ко мне. Нет, встал снова за дерево, жесть. Так, что-то прям происходит, вообще непонятное. Все, они загрузились, короче, загрузились, закрыли друг друга. Собственно, так, так всегда и получается. Ладно, ладно, сейчас мы подцелим момент. Свой момент мы в любом случае подцелим и добудем прям всех, кого хотим, скорее всего.
Ну вот что происходит, серьезно? Игра, ну что с тобой? Объясни мне. Почему они как больные какие-то, какие-то завороженные, грузятся все в одну точку? По какой причине? Ну в чем прикол? Я не знаю, честно, мне кажется, такого раньше поведения животных не было. Или я просто уже, не знаю, переиграл в эту игру, что я начинаю вот в обычных вещах видеть какой-то уже, какой-то бред, так скажем. Ну серьезно, вот что происходит с этими животными? Чего они загрузили все в одно место? Это все очень похоже на то, что они закрывают друг друга. Пробил и того, и другого. Все-таки дождался своего. И взял и того, и другого. Отлично. Так, ну что, смотрим. Смотрим, что происходит. Происходит вообще непонятно что. Кто еще остался? Троечка, может, какая-нибудь есть там, я не знаю. Напоследочка его заберем. Че уж там мелочиться-то? Нет, рогов много, хороших, красивых даже, можно сказать, да, вот, допустим, вот этот, но... Нет, это все самки. Воу, вы знаете, это была, пожалуй, одна из немногих бредовых ситуаций, очень долгих и затянутых, не знаю. Пойдемте подбирать по очереди с этого начнем, которого из лука брали. Золото. Понятно. Нам бриллиантовых не видать. Ладно, четверки, по идее, не должны быть, это я уж так... Конечно, подсознательно я ожидаю четверочку какую-нибудь бриллиантовую, но нет. Четверки ими быть и не должны. А вот пятерочки желательно, игра, желательно, да. Сколько можно? Сколько можно добывать, что попало? Интересные рожки. Интересные, но маленькие. Ну, вот, собственно, такая вот она получается. Охота на этих оленей. Приходишь на озеро, то тебе один, то тебе 21. В общем, как-то так. В итоге я так и не дошел до этого маленького озерца, но, наверное, на нем никого и не будет. Есть у меня такое ощущение. Но вот эта ситуация с животными, честно, я однажды наблюдал. Вот жалко, у меня не было записи. Я бы вам с удовольствием показал, как животные здесь закрывают друг друга. Это настолько бредово выглядит. Ну, даже не друг друга, как они закрывают максимальные сложности. Я уже рассказывал однажды, что увидел буйвола 9-й сложности. И как только стоило мне его заметить, к нему начали подгребать все остальные буйволы. Их, собственно, никто не звал, но они начали потихонечку подгребать, подгребать вот так вот и становиться в рядочек, прямо перед девяткой, отделяя меня от него. Ну, вы знаете, это как минимум выглядит странно, как максимум разработчики могли бы что-то поинтереснее придумать для поведения животных. Здесь у нас самочка лося, ну, в общем-то, да. В общем-то, как оно ожидалось, никого тут нету. Тогда... Мы с вами движемся на следующее озерцо. Ну вот как раз через самочку лося и пройдем. Только добывать ее не будем. Пойдем дальше. А вы знаете, вместе с самочкой лося тут, оказывается, был и самец. Я чуть больше пробежал, ближе к самочке подошел, начал суетиться, ерзать. И где-то в кустиках послышался самец. Вот он, красавчик. Вы знаете, да, наверное, возьмем. Отстрелим маленькую сложность здесь. Пускай, может, когда-нибудь подрастет. Так, стоп, суета началась. И вот смотрите, стоило вот коснуться только вот этой прибрежной травы, я даже практически в нее не залез, вот обратите внимание, да, как сижу. У меня топовая маскировка. Вот, собственно, игра, да? Вот такая она удивительная игра. Там у нас начался диско-пати. Все, они закружили, заходили. Причем они сейчас будут ходить так, что они будут закрывать в итоге этого лося. Ну да ладно. Своего мы, как говорится, дождемся. А чем черт не шутит? Давайте-ка мы, наверное, быстро поменяем боеприпасик. Да, из лучка бахнем разок. Почему бы, собственно, и нет? Шикарное оружие. Можем себе, как говорится, позволить. Ну, собственно, и позволили. А здесь, оказывается, смотрите-ка, да, три самки лося и самец. Вот так вот. И все сидели в кустиках, прятались. Выстрел в сердце у нас отличный, причем, воу, что творится, насквозь, посмотрите, да, и ломаем еще кость на задней ноге, жесть, левую берцовую, если быть точным. Мощь какая-то совершенно фантастическая у этого лука, ну и в принципе вообще у луков в этой игре. Так, ну что ж, я считаю неплохо, пусть даже двоечка, но ситуация определенно интересная, и выстрел из лука очередной раз порадовал. Отправляемся дальше, посмотрим. На следующем озере какие животные у нас с вами будут?
очередное озеро и очередное стадо северных оленей. Места здесь лосиные и оленьи в основном. Но мы обязательно в этой серии попробуем разнообразить нашу охоту и найти медвежьи места в том числе. Давайте посмотрим, кого удалось тут вытащить из кустов. Присмотрелся я тут заранее, завидел пару самочек. Но подумал, что самочки здесь далеко не единственные, кто могут быть. Ну, так оно, собственно, и оказалось. Парочка здесь есть красавцев-четверочек. Я думаю, надо брать. Посмотрим. Как говорится, на всех. Выходите все. Покажитесь. Огласите весь список, пожалуйста. Но пока вот вроде бы по списку, да, у нас две хорошие четверочки. Прям напрашивается знатный дубль. 4 на 4, так скажем. Хороший дубль будет, я думаю. Ну что, смотрим, как они встанут. Встанут они, конечно же, максимально неправильно, я думаю. Ну, а может быть и нормально. Так, вот этот интересует выстрел. В легкое попал наверняка. Другого свалил ли другого? Вопрос. Свалил. 2 пятна. Отлично. Ну что, идем подбирать трофейчики. Все произошло довольно быстро, но красиво, друзья, красиво. Дубль всегда приятно, особенно когда это все получается. Первого оленя взял в сердце, скорее всего, понимаю, что он лежит на месте. Сразу здесь же упал, где я стрелял. Давайте посмотрим. Да, четко выстрел в сердце пошел, это хорошо. Второго хотел тоже в сердце, но, по-моему, было все-таки у меня смещение, и там было попадание в легкое. Ну, это, собственно, и очевидно, потому что он не свалился на месте. Совсем недавно смертельное ранение. Кстати, у нас есть изменения и на этой табличке тоже, да? Вот он лежит, наш олень второй, хорошо. Довольно быстро его находим, потому что там пробитое легкое. Возможно, там задето еще что-нибудь, кроме легкого. Все-таки М1 может пробивать и дальше. Нет, только одно легкое. Ну что, еще один золотой четверочка у нас с вами. Смотрите, отстрел четверок в этой серии. Ну, собственно, неплохо, потому что тут даже за пятерку не всегда бриллиант дают. Так, где я, собственно, был? Смотрите. Значит, мы с вами хорошо поохотились вот здесь, между вот этих двух озер. Потом добыли лося здесь. Прошелся я через это озеро. На удивление, вообще никого на нем нет. Вот такая история, да. И оказался в итоге здесь, через опорный пункт. Ну, собственно, неплохо, неплохо. Я думаю, что мы с вами, наверное, сейчас посетим еще вот это озеро. Кто у нас здесь может быть? Давайте посмотрим. Лось и лось. Отлично. Лось и лось. Вот сходим как раз туда. И далее, я думаю, может быть, мы с вами немножечко сейчас все поменяем и добавим еще одну локацию. Вот эту. Она не прорисовывается, точнее, не пишется ее название, пока в нее не перелетишь. Но там есть медвежьи места. Эти места мне очень нравятся. Можно разнообразить, потому что я чувствую, что нам в этой серии, наверное, придется добывать только лосей до северных оленей. Редкая рысь тут к нам забегает. Да кабарга. Ну, кабарги убежали все. Так, кто-то топает. Ну, скорее всего, те животные, которые убежали от выстрела. Ну что ж, отправляемся на следующее озеро. Посмотрим, кто там. Здесь у нас одни самочки остались. Добежал до намеченного озера, посмотрел, там была пара самочек лося, решил пойти дальше. Перед тем, как отправиться в медвежьи места, все-таки решил заглянуть в одну из очень интересных уникальных локаций под названием «Ворота в подземный мир». Это вот такой огромный котлован, расположенный посреди пьяного леса. В него есть два спуска, но можно спуститься где-нибудь и вот здесь. Очень быстро, причем спуститься, отправиться на опорный пункт, залечивать свои раны. Так. Хороший здесь обзор, хорошо искать животных, но хорошо, когда они тут есть. Нашел вот такого вот самца-троечку. По-прежнему он еще стоит, не заметил меня, не услышал. Ну, лоси не славятся здесь каким-то соколиным зрением, как, в общем-то, и нормальным слухом. Поэтому мы спокойно к нему можем подойти. Сейчас выберем хорошую позицию, сократим еще немного дистанцию. И сканинг Magnum 300 постараемся добыть этого лося. Надеюсь, что не напугаем его своим хрустом здесь по кустам да веткам. Надеюсь, что все у нас будет хорошо. Да, стоит он максимально идеально для нашей задумки. Сейчас немного еще пройдемся и будем брать добывать. По-моему, по-прежнему он еще нас не чувствует, не видит и не слышит. Теоретически можно было бы попробовать пробить ему сердце с этой позы. В общем-то, это вполне реально. Но давайте рискнем. Да, собственно, риск оправдался. И мы с вами берем лося на месте выстрелом в сердце. Как здорово здесь раскатился звук выстрела, да, по вот этому котловану. Интересно. Но здесь, кстати, я не замечал какого-то такого обильного разнообразия животных. Кто-то сверху у нас убегает. Самочка лося.
Там тоже. Зашевелились после выстрела, засуетились. Ох, какая троечка, вы смотрите, как красавчик. А ну, надо брать. Мне кажется, тормознется, сейчас попробуем. Куда попал, непонятно. Возможно, не в легкое. Ну, сейчас должен был попасть уже в легкое, я думаю. Хотя непонятно, кровопотеря не пошла даже сейчас. Жесть. Два выстрела из Canon Magnum 300 не дали никакого результата. На самом деле давал немножечко на ход, но смысл в том, что слишком быстро летит пуля и... Жесть, нет патронов. Ах, вот сейчас бы надо было бы этого лося добивать. Добивать нужно срочно. Рискуем очень долго гонять за этим подранком, а я этого вообще не хочу. Ну, надеюсь, третий выстрел тоже сделает свое дело, и мы заберем этого многострадального лося. Непривычный этот Canon Magnum 300, на самом деле. Ну, не то чтобы непривычный, давненько из него не охотился, из него очень-очень быстро летят пули. Нужно это учитывать при выборе точки попадания и расчете упреждения, какое для этого необходимо. Ну и такие ситуации, конечно же, бывают. Не все выстрелы точные. Вот, собственно, контраст, о котором я говорил, что в этой игре все происходит на контрасте. Ты можешь попасть в сердце идеальнейшим выстрелом, да. Причем сзади как-то нетипично для меня такие выстрелы в сердце делать, но, тем не менее, все получилось. И тут же тремя выстрелами не попасть вообще никуда по лосю. Потому что, давайте посмотрим, пятна по-прежнему нет. Это значит, что он бегает, но он свалится. Что интересно, он свалится, конечно же. Посмотрим, у нас возвращаются самки. А может быть и наш подраночек вернется? Кстати, стоп. Нет, 75-100 это какой-то новый лось. Ну, хорошо, давайте, собственно, и его тоже брать. Ну вот этот выстрел в сердце должен был быть. Точнее, не в сердце, в легкие, уже сам заговариваюсь, все. Да ты издеваешься, лось, ты завязывай. Второй такой же. Ну я не мог сейчас не попасть в легкие. Просто не мог. Кровопотеря пошла. Ну, по ощущениям, что, наверное, все-таки пробил только лишь одно. Хорошо, у нас с вами сейчас куча работы, незапланированной, честно говоря. Хотела тут походить, полюбоваться этими воротами в подземный мир, но буду сейчас любоваться кровавыми пятнами и поиском подранков. Отлично, находим первого нашего подранка. Появилось на карте два пятна, значит, тот многострадальный наш лось, у которого аж там три попадания. Он тоже где-то свалился, тоже его найдем, посмотрим, куда же все-таки там получилось попасть и почему мы с вами не задели ему ничего. Вот, собственно, смотрите, ситуация 245 метров. Я на этот раз думаю, дай не буду делать упреждения по легким, да, то есть дай вот выстрелю прямо вот сюда. Ну, сместиться там немножко, пускай. Но сместилось не немножко, сместилось очень много. Вот мы с вами посмотрим на следующем лосе. Что у нас получилось? Жизненно-важные органы не затронуты. К сожалению, желудок, видите, дает гарантию добычи животного, но при этом не считается жизненно-важным органом. Вот такая вот история. Ну что ж, хорошо. Пристреляемся. Отлично. Начнем прямо сейчас пристреливаться. Хотел сказать, пристреляемся и из этого оружия тоже. Но почему-то решил нажать на мышку, не знаю зачем. Хорошо, буду искать сейчас второй кровавый след, и мы с вами отправимся на поиски того лося, которого нашпиговали пулями от души, как говорится. Нашелся наш страдалец. Давайте сейчас посмотрим на окно трофея и будем анализировать внимательно все наши ошибки. Но впереди у нас кое-кто есть интересный, да? Я вижу, там уже... Ай, жесть, не то сделал. Ну, ладно, ладно. Я думаю, самочка убежит, а мы с вами давайте смотреть, что у нас получилось. Значит, первый выстрел 175 метров. Попадаем куда-то вверх, вообще непонятно куда. Полимер даже до позвоночника не достал за 175 метров. Ну, наверное, большое сопротивление все-таки здесь под углом у нас было, и до позвоночника он, наверное, и не достал бы вовсе. Ну, хорошо, допустим, признаю, наверное, взял высоковато. Смотрим следующий выстрел. Следующий был с расчетом на попадание в легкое. По убегающему лосю, вот где-то с такой позы, да, у нас получается... В легкое я не попал, попал куда-то рядом, при этом пуля прошла какое-то совершенно большое расстояние внутри тела лося. Допустим, хорошо, третий выстрел. Ну, честно, я уже не помню, когда я сюда стрелял. Наверное, да, наверное, я уже стрелял, как бы по необходимости делая этот выстрел. Ну, собственно, он и решил, скорее всего, судьбу этого лося, иначе, мне кажется, он даже бы от этих двух, наверное, не свалился, потому что все пошло в мягкие ткани. Трофей испорчен основательно. Что ж, ошибки проанализировали. Будем, как говорится, в следующий раз
более внимательными. Но вот, собственно, следующий раз получился у нас довольно быстро. И при этом, да, при этом я все равно сделал небольшой, но все-таки фейл. И тут же у нас с вами наметился следующий трофейчик. Это медведь. Нам бы сейчас силуэт только взять. Давай, давай, бинокль, прорисуй. Все, что от тебя нужно, прорисовать мне силуэт. Хорошо. Сидит он у нас с вами спиной, да, к нам. Ну, собственно, нам больше-то и не нужно. Самочка, которая так и не ушла. Она повставала там на дыбы, но так и не ушла. Хороший выстрел, кровопотеря сразу же у нас сменилась на 50-75. Это означает, что медведь свалится. Ну что, надеюсь, что мы с вами наконец-таки добрались до медвежьих мест. Не знаю, даже возвращаться мне в этот котлован или не возвращаться. Наверное, нет. Я думаю, что мы пойдем сейчас по другим моим любимым медвежьим местам. Посмотрим, каких мы там с вами мишек встретим. Смотрим на кровопотерю. Кровопотеря средняя, это означает, что пробито, скорее всего, только одно легкое. Но и этого будет достаточно этой медведице, чтобы свалиться довольно быстро. Посмотрим на окрас. Напоминаю, что мы с вами так решили коллекционировать окрасы. Светло-коричневый, по-моему, был. По-моему, у нас был темно-светло-коричневый призрак. Просто светлый был. По-моему, штук 5 или 4 у нас с вами разных окрасов было. Ну, вот такой трофейчик. Быстрый. И довольно легкий. Отлично. Ну что ж, размочили счет по медведям. И я думаю, что давайте продолжать. Поищем еще медведей. Поохотимся на них. Попробуем с вами поохотиться на медведей в локации Мамонтовая тундра. Давайте посмотрим, где она находится. Недалеко от нашей пьяной тайги. Буквально рукой подать здесь. С полкарты примерно пробежаться. Несколько километров. Ну да ладно. Есть опорный пункт для быстрого перемещения. С этого опорного пункта вы... Идете, можно сказать, налево по карте, и уже здесь на отдыхе можно находить бурых медведей. Что, собственно, в моем случае и получилось. Парочка вот такая у нас отдыхает. Заявочка на медвежий дубль у нас тут с вами вырисовывается, да, потихонечку. Попробуем добыть. Для этого, наверное, сойдемся с ними еще получше. А пока сходимся, будем осматривать, потому что медведей в этих краях на самом деле довольно много. А на вот этом холмике всегда можно встретить парочку-троечку сидящих медведей. Обзор здесь очень хороший, я проводил тут взглядом рысь, куда-то она утопала, туда вверх определить не получилось, потому что видел ее только в бинокль, но на таком расстоянии бинокль еще пока не давал информации о животном. Не было возможности подсветить. Здесь неподалеку есть очень хорошее озеро, довольно большое, на нем тоже можно встретить немало животных, ну, наша задача сейчас оформить медвежий дубль, красивый. Вроде бы больше никого это... Тихо-тихо. А вот она, скорее всего, та рысь, да? Возможно. Возможно та, возможно нет. Сидят они вообще идеально для нашей задумки. Смотрите, этот сидит вообще боком. Можно пробить легкое. Ну, в принципе, самочка тоже сидит боком. Тоже можно пробивать спокойно легкое. Ложиться, я думаю, не будем. На всякий случай, чтобы не попасть в снег. Такое может быть. Давайте пробовать. Ох ты, как он быстро отреагировал на самом деле. Как быстро и немножко... Неприятно получилось, но попадание прошло. Да, попадание прошло и задел хорошо легкое. Отлично. Воу, очень быстро он дернулся с места. Я думал, что он может быть еще там секунду постоит. Но, вы знаете, стал замечать такую особенность интересную. Если стрелять ну, рядом с животными, которые находятся на отдыхе, то они срываются убегать очень быстро. Гораздо быстрее, чем, допустим, животные, которые, ну, слышат выстрел, находясь на ногах, так скажем. Я это замечал и с оленями, вот сейчас с медведями было явно видно, прям только мы выстрелили. Еще я не успел опустить прицел, и мы уже с вами замечаем, как медведь убегает, срывается и убегает. Ну что, пойдем подбирать их, посмотрим, что у нас получилось. Бегали они примерно в одном направлении, и лежать, по идее, должны тоже друг от друга недалеко. Собственно, вот оно так и получается. Давайте заберем, по-моему, вот это самец, вроде бы, а там у нас, там, скорее всего, рысь. Посмотрим. Хороший был выстрел, хорошее расстояние, 227 метров, но смещение все-таки есть у пули, есть. Может быть, медведь слишком быстро бежал. Так, а, это предупреждение самки у нас было. Интересно. Хорошо. И это у нас самочка, которая тоже добыта выстрелом в легкое, отлично. Здесь уже было проще, 181 метр. Немножко поближе расстояние. Так, ну вы знаете, у нас лук заряжен, насколько я помню, красной стрелой, да? Как узнать? Ну, скорее всего, проще всего через интерфейс это узнать.
Да, красной стрелой заряжена хорошо. Как раз та, которая подходит нам для добычи медведей. Давайте взглянем вот сюда, есть возможность посмотреть. Может быть, там какие-то животные у нас есть, хотя расстояние, да, расстояние на дальнем берегу нам уже не дает никакой информации, не прорисовываются там животные. Попробуем поманить сейчас самочку, может быть, она подойдет, и мы ее добудем из лука. Посидел, поманил медведицу, но, к сожалению, безуспешно, потому что сидел, манил ее по ветру, решил пройтись, нашел ее следы, но она ушла. Не знаю, не хочу идти специально по следу, потому что блуждать здесь как бы удовольствие небольшое по следам, а вот замечать животных где-то на расстоянии вполне себе приятно и нравится. И смотрите, кого удалось здесь насмотреть. Вдалеке там целая группа лосей, три самки и самец. И самец, конечно, классный красавец, надо брать. Надо брать, давайте с ним смещаться, расстояние еще нам позволяет спокойно здесь передвигаться. Не обращая внимания на нашу заметность. Но вот лось на самом деле поменял свое положение, он стоял по-другому, он стоял ко мне, ну, передом, так скажем, шейным отделом позвоночника. Ну вот уже снова, да, смотрите, снова начинаются какие-то движухи, пошли. Надо брать, я думаю, что надо брать без промедления, иначе мы рискуем. Ну да, конечно. Конечно же, он встанет максимально неудобно. Так, ладно, мы с этим попробуем сейчас что-либо сделать. Ох, а там у нас кабанчики идут, смотрите-ка, здорово какая. Целая группа кабанчиков. Может быть, мы их тоже с вами зацепим в этой серии. Разнообразим, как говорится, по максимуму нашу с вами охоту. Я думаю, что надо манить лося. Вот здесь впереди есть елочка, которая нам даст максимальную маскировку. Это удивительно, конечно, но факт. Мы сейчас под этой елочкой получим максимальную маскировку. И от этого уже будем отталкиваться. Оп, красиво. Смотрим, что делают лоси. Но мне кажется, они реагируют, по-моему. А давайте мы попробуем и кабанов в том числе тоже приманить. Пускай-ка далеко не уходят. Пускай к нам поближе подбираются. Заодно мы посмотрим, сколько там и какие они. А там их немало, черт возьми, там их немало. Посмотрите-ка, здорово как. Правда, я самцов не наблюдаю особо, вот только двоечку заметил. Ну да это не важно, наверное. Так, интересно, а где мой лось? Но манок не достает, к сожалению, до тех кабанов. Скорее всего, мы его вряд ли вытянем на себя. А ну-ка, секунду. Да, вот она, самочка. Слушайте, все здесь, все в сборе, как говорится, отлично. Только что мы с этим всем будем делать, я не знаю на самом деле. Можно было бы сейчас сделать дубль, если бы вот увидеть того лося, хоть как-нибудь увидеть. Вот я рога его вижу, но желание идти ко мне я не особо наблюдаю. А медведица в итоге... Нет, она нервничает, но она не убегает. Кто еще здесь есть? Давайте посмотрим. Так, в общем, мы с вами будем делать сейчас вот так. Мы приманим медведицу и продолжим приманивать лосей. Посмотрим, что у нас получается. Очень хочу их выдернуть оттуда. В частности, хочу выдернуть оттуда самца. Хотя бы прорисовать его силуэт. Но вот они предательски будут стоять и не реагировать. Понимаете, вот прям предательски. Хотя вот самочка вроде как начала там потихонечку выгребать в нашу сторону. Ну ладно. Маскировочку мы сейчас с вами под елкой последующей найдем маленькой, я думаю. И продолжаем. Давайте на всякий случай еще нейтрализатором попользуемся. Медведя, возможно, мы с вами и добудем из лука, как я и планировал. Посмотрим. Получится у нас это? Я думаю, что да. Подойдет близко, возьмем спокойно. Меня в частности интересует все-таки тот лось. Дальний красавец. Хочу его взять. Вот он, вышел наконец-то. Рожище-то какие вы, посмотрите. Может быть, из него что-то интересное получится, хотя вряд ли, конечно. Но я думаю, что золото точно мы с вами должны взять. Медведь. Только что видел, где-то здесь она метнулась. С другой стороны, если даже медведица к нам не подойдет, потому что лось уже довольно уверенно идет в нашу сторону, мы с вами сделаем что? Мы добудем его из лука. И, возможно, потом как-то там изловчимся, может быть, дальним выстрелом из винтовки,
добудем медведицу или подождем, когда она придет поближе. Кабанчиков жалко. Хотелось бы, конечно, их взять. А, жесть, я из маскировки вышел, а ну-ка назад. Что-то я думаю, лосиха-то встрепенулась так. Резко убежала. Смотрю, это я-то не в маскировочке сижу. Герой. Герой-охотник. Или горе-охотник, скорее, наверное. Видите, насколько коллизия невидимая? Она даже не дает прорисовать вот этого лося, а лось будет уверенно переть прям тупо в самку, закрываться всевозможными способами от нее. Но пока вроде бы все хорошо, кроме ветра. С ветром вообще конкретная проблема. С другой стороны, если будет неудобно сейчас брать эту медведицу, ну, как говорится, и черт с ней, пускай идет. Потому что я как-то не наблюдаю ее желание к нам подойти поближе. Вполне возможно, что желания этого и нет вовсе. Как, впрочем, и медведица, которая уже спокойно могла куда-то убежать. Ну, стоял бы боком, я бы попробовал, конечно, выстрелить, но пока нет. Пока будем ждать. Будем ждать и пробовать добывать из лука, наверное. Расстояние нам уже позволяет, как бы из винтовки неохота долбить настолько близко. У нас есть для этого классный лук. Смотрите, оп, да? Я думал, нет, я думал, самочка сейчас перекроет. Отлично, берем красиво на месте выстрелом в сердце. И давайте все-таки, да, попробуем сейчас ту самочку где-то рассмотреть. Поводов у нее сбежать по большому счету не было. Мы ведем себя тихо, не шумим, вроде бы даже находимся в маскировке. Кто его знает, может где-то она там до сих пор в этих кустах-то и шарится. Ну, по-моему, нет. По-моему, ушла. Почему-то кажется, что ушла. Иначе бы она уже притоптала бы ко мне, я думаю. И не слышно звуков шагов, хотел сказать, следов не слышно. Следов не видно, звуков шагов не слышно. Ну что ж, берем красавца, давайте смотреть, кто такой. Рога, конечно, мощные, очень мощные, здорово выглядят. Золото, да? Да. Ну, двадцаточки нам тут не хватило, ну, это, собственно, и неудивительно. Через кость пробиваем сердце и легкое. Выстрел шикарный. Ну, я думаю, что лось вполне тоже здоровский. Берем. Так, давайте смотреть. Мы с вами вообще непонятно где оказались. Давайте вернемся на озеро. Все-таки есть шанс там еще найти несколько групп животных. И лоси, и северных оленей, возможно. И рыси в этих краях имеются. Да и медведи, и кабаны, собственно, практически все, да? И кабаргу только что видели. В общем, можем утверждать со всей ответственностью, что все виды животных обитают в мамонтовой тундре. Так, смотрите, у нас уже группа там нарисовалась. Группа номер один. Давайте подойдем поближе и попробуем рассмотреть, кто еще у нас там есть. На озере оказалось пустовато. Четыре самки лося стали плотной группой, но интереса они никакого для нас не представляют. Я решил переместиться на опорный пункт, на тот, с которого начал свой путь по мамонтовой тундре. И решил пройтись до вышки. Я заметил, что она у меня не открыта, и обнаружился еще один неоткрытый опорный пункт. Все это время я как-то их не замечал, не обращал на них внимания. Поднялся на вышку, решил немного с нее осмотреться. Давайте, во-первых, посмотрим, кто у нас там кричит. Непонятно, не успел определить. Значит, смотрите, здесь самец кабарги двоечка у нас за 160 метров. Здесь у нас северный олень четверка, и поодаль вот здесь стоит тоже самец кабарги единичка. Я думаю, отлично может получиться отсюда настрел, но главное нам обозначить, кого и как мы будем добывать. Потому что после первого выстрела испугаются, скорее всего, оставшиеся два животных, которых я наметил. Хотел бы я вот этого самца кабарги, даже не знаю, как лучше поступить. Возможно, мы сейчас возьмем его, потом переключимся на М1. Возьмем вот этого северного оленя, потому что, скорее всего, он будет убегать здесь по открытому пространству. Я думаю, наверное, так поступим. Потом, если вдруг дальняя кабарга не убежит, мы попробуем взять и ее.
Производим выстрел, на М1 переключаемся. Олень, на удивление, как стоял, так и стоит. Ну что ж, добудем и его, хорошо. И давайте попробуем взять дальнюю кабаргу. Хороший выстрел, отлично. Все задумки у нас с вами получились. Трофей 1, трофей 2 и вдали трофей 3. Завывает здесь безумно ветер, поднялся какой-то страшный ветрюга, а на этой вышке он кажется еще каким-то прям вообще немыслимым и очень-очень сильным. Приходится перекрикивать этот ветер, но надеюсь, что на монтаже я немножко звучок этому ветру-то подубавлю. И я думаю, что, наверное, прогуляюсь, открою тот опорный пункт, и, скорее всего, друзья, мы с вами посетим вот это озерцо, и я думаю, что на этом наша охота подойдет к концу. Очередная серия свободной охоты в тайге на этом будет закончена. Посмотрим, кого еще нам с вами удастся напоследочек добыть. Ну а пока пойдемте собирать наши трофеи. Здесь у нас с вами все довольно обычно. Пробиваем 2 легких, на месте падает самец кабарги, даже никуда не ушел. Дают серебро, потому что до золота, да, до золота существенно не дотягивает он. Ну что ж, отправляемся дальше, берем северного оленя и за самый-самый дальний кабаргой. Топать до нее, конечно, придется внушительно. Совершенно непонятно, почему вот этот олень не отреагировал на звук выстрела. То есть он продолжал стоять. Почему-то, находясь на этой вышке, расстояние до нее всего ничего, по-моему, что там в районе, да, 100 метров до вот этого оленя было. Ну, плюс высота вышки там, наверное, может быть еще увеличилось немного расстояние. Но смысл в том, что он как стоял, так и продолжал стоять. Я спокойно на него перевелся и спокойно его добыл. Возможно, здесь есть какой-то баг, либо недоработка в плане вышек. Может быть, животные как-то не слышат охотника, который стреляет именно с таких вышек. Этот момент на самом деле очень странный, ну да ладно. Я впервые такое вижу, ну потому что я не часто стрелял с этих вышек, может там пару раз за все время моей игры. Делаем довольно интересный трипл из 2 одинаковых и 1 разного животного. Давайте посмотрим, что здесь получилось. Ну, в общем-то, да. Пробитая легкая, Ranger 243, делает свою работу на отлично. Интересное животное, кабарга, конечно, выглядит оно гораздо больше, чем по сути является, потому что вот на секундочку 11 килограмм весит это животное, да? У меня ребенок весит 15 уже. Но он, кажется, намного меньше кабарги почему-то, не знаю. Как-то вот не удался размер кабарги в игре. Разработчиков как-то не передали они. На самом деле животное, ну, можно сказать, что миниатюрное практически. Ну что ж, сгоняю, сейчас открою опорный пункт, дальше куда-нибудь еще добегу, кого-нибудь еще мы с вами добудем, и на этом эта серия подойдет к концу. Очень резко выбежал из-за пригорка и прямо уперся в лежачее стадо северных оленей. Я думаю, что завершить красивым дублем серию будет отличным результатом в нашей с вами охоте сегодняшней. Давайте немного понаблюдаем, какие здесь есть варианты. Четверочка, и да, вот встала та самка, которая мне немного мешала, так скажем. Ну что, пробуем сейчас брать вот таким образом. Берем сперва вот эту четверку, потом переводимся на вот эту тройку. Да, видите, тут же вскакивают животные, но у нас еще есть шанс его добыть. Давайте немного понаблюдаем за ним, как он уходит. Я думаю, что можем попробовать его взять. Главное нам с вами только четко попасть. Вот как-то так. Посмотрим, что получилось. Не знаю, кто мне сейчас попался в прицел. По-моему, он. Да, ну смотрите, кровопотери нет, что интересно, да, получается. Значит, я попал криво по нему. Жаль. А вот, 50-75, вроде бы пошло. Да, 25-50, все. Точно пошло, отлично. Ну что ж, подберем сейчас этих двух и на этом закончим эту серию. Сгоняю за кадром, потом открою опорный пункт, пускай будет здесь тоже доступ. В этих местах я не охотился, если у меня здесь даже опорник не открыт, может быть, сюда мы когда-нибудь с вами заглянем. Не знаю, насколько по времени получится у меня эта серия после монтажа, записываю я ее достаточно долго, потому что как-то вот тайга не блещет количеством животных. Вроде бы как-то можно встретить и стадо на 20, в то же время можно очень подолгу бегать и вообще никого не находить. Что ж, забираем золотишко и пойдем искать троечку. Я думаю, что он тоже свалился. Нашел только несмертельное ранение. Ни следов, ни пятен. Собственно, вот он лежит. Тоже чисто случайно его заметил. Ну что,
И его берем, да, у нас было попадание в желудок, потому что неудобно стрелял. Все-таки надеялся я попасть в легкие, но вот как-то нет. Не пробивает М1 со 150 метров уверенно до легких. При этом не проходим одну проверку, ну это не страшно. Это обычная троечка, совершенно рядовая, которая даже получилась у нас на бронзу, потому что проверка одна сломалась. Ну что ж, друзья, вот такая у нас с вами получилась охота в этот раз. В следующей серии, может быть, что-то я придумаю поинтереснее. Есть у меня одна задумка на следующую серию свободной охоты в этой тайге. Может быть, сходим на ночную, ну а может быть, в пятой части сходим на ночную охоту. Посмотрим, какая здесь у нас с вами ночная охота. Спасибо, что посмотрели это видео. Если вам оно понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, в комментарии обязательно пишите советы, предложения и пожелания. Увидимся в следующей серии. Пока-пока!